Самая суть дружбы, она состоит в том, что вы с другим человеком находитесь в состоянии взаимного обогащения. Дружба – это как ходить куда-то. Ну, раньше наши давние предки ходили в какие-то походы, понимаете, там, завоевать, там, что-нибудь, это, и принести домой. Вот, и собирались, и вот шли. Вот, поэтому суть дружбы – это взаимное обогащение. То есть, когда вы можете друг другу что-то все время новое давать. Как только в дружбе вы теряете это взаимное обогащение, тут же становится непонятно, что вы с этим человеком. При этом обогащение может быть разным. Это может быть, ну, там, знаниями, идеями, там, мыслями какими-то там, и так далее. При этом обогащение может быть и возможность, например, совместного отдыха, потому что вы можете с друзьями переключаться на какую-то деятельность, которая нетипична для вашей обычной жизни, и вы друг друга обогащаете вот этой возможностью вместе отдыхать, вместе проводить время. Вы можете обогащать друг друга просто психологической поддержкой. Почему наши вот дружеские связи с детства у очень многих тянутся до взрослой жизни там, и так далее? Десятилетиями, понимаете, огромное количество времени. Почему? Потому что люди друг друга знали в самых разных жизненных ситуациях, и они друг друга в этом смысле стали хорошо очень понимать. И мне, чтобы почувствовать, что меня поняли, мне буквально достаточно несколько слов, и я уже чувствую, что человек меня слышит, меня поддерживает, меня понимает и так далее. И вот это вот взаимное обогащение. Помните, дружба в одни ворота не работает. Дружба – это только когда люди способны друг другу что-то давать. Не просто один другому дает, другой сидит весело, так сказать, получает. Это не дружба. Вот такие дела.